Всем привет, друзья, с вами Хьюго, мы с вами продолжаем проходить Сталкера Тин Чернобыль. Это у нас 4-я серия, мы находимся на новой для нас локации пока что, а именно свалка. Вот, и сейчас мы с вами снова будем перестреливать бандитов, так как в прошлой серии мы, в принципе, их выбили со свалки, ну, как со свалки, вот с этой кладбища, с этого кладбища техники, но они снова при этом на нас нападают, так как им сильно нужна эта точка, и они при этом очень сильно нас ненавидят, потому что мы как бы сталкеры, одиночки, хорошие ребята, они петухи... И гопота ходящая. Так, одного шатал. Хотя, возможно, это зря сказал. Среди сейчас, возможно, какого-то энного количества зрителей этого видоса найдутся фанаты бандитов. И они просто меня, наверное, закидают говном. Просто с головы до ног закидают говном. Хотя я не уверен, что среди сталкерской аудитории есть все-таки какие-то фанаты бандитов. Так как фанаты во всех частях сталкера и во всех частей и точнее видах модов, они всегда были врагами и всегда ими, в принципе, останутся. И будут тем звеном, которое всегда было отрицательным и которое всегда мешало всем жить и развиваться, самое главное. Так, помнится, здесь мне какой-то был тайник, каком-то из этих грузовиков, но точно сказать, где он точно был... Я сейчас не могу. Ладно, забейте. Забейте просто на этот тайник. Так, этих трупиков я облутал. Так, я слышу, что бандиты снова там нападают на нас. Ну, по крайней мере, там что-то орут на нас. Вот, так что давайте мы с ними разберемся. Эй! Кто такой смело-то пошел с ними перестреливаться? Беста, ты что ли? Бес так бес. Хотя не уверен, что это бес. Ну-ка. Петя. Получи, гад! Какой-то Петя нас их перестрелил тут с Калашникова. Ну ладно, поможем тогда ему. Ой, беса-то убили! Беса-то убили, оказывается. Ёб твою мать. А где его на калаш? Эй. У него же какой-то особенный калаш, я помню, там был. Блин, бандиты оттуда нападают на наших. Какого хрена? Бандиты отовсюду нападают на нас. Вот калаш беса, я нашел его. Блин, он поломанный жутко вообще, конечно. Ну ладно, я думаю, что вряд ли найду способ починить его, но все равно, пускай будет у нас в инвентаре лежа как уникальное, по крайней мере, оружие и трофей и память о бесе. Это, конечно, было опасно подойти к этому бандиту на такую близкую дистанцию. Знаю, что у него есть обрез, а у нас ровно счетом нихера. Так, и я специально сюда пошел, потому что здесь у нас есть интересная аномалия, в которой лежат очень-очень редкие тайники пока что для начала игры. Блин, как нам достать-то их? Интересно. Интересно, интересно. Я помню, что как-то их доставал ведь. Ой-ой-ой, не хочу туда, не хочу. Так, блин, я хотя бы, по крайней мере, хочу еще один ломать мясо достать из этой аномалии. Но не думаю, что мне это получится сделать. Так, 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 так. Блин. Блин, нет. Его сейчас покинет и выкинет куда-то. Так, кто-нибудь видит? Кто-нибудь видит артефакт, который лежит на краю карты? Нет? Никто не видит? Здорово. Блин. Вот это калаш косой, а. Вы посмотрите просто, насколько вы... Какой он косой? Я целый магазин потратил, чтобы убить какого-то сатого бандита одного. Блин, я не вижу нигде никакого артефакта, который улетел на край карты. Возможно, кстати, улетел даже не на край карты, а куда-то из-за ее пределы. Это весьма возможно. Потому что это твой мать сталкер. Так, ребята, у нас прошло уже 4 минуты начала серии, а мы нихера еще так же не сделали, как и предыдущие. Так что давайте уже что-то начнем делать, по крайней мере, адекватное. Так, вот заберем все вещи, которые у нее тут были. Кстати, да. 400% к здоровью. А при этом статы минусовые. Точно такие же, как и у крови камня. Нормально. Сойдет, как говорится. Так, там на наших снова нападают бандиты. Без понятия, с какой даже стороны. По-моему, с стороны депо уже начинают нападать. Блин, бандиты на этой карте это просто жесть. Они повсюду просто. Так, давайте тогда спрячемся с этим деревом. Заведем хотя бы хоть какую-то грамотную позицию и... Потихоньку начнем их отстреливать. Да,
Точно снять десятку, как говорится. Мне кажется, у этого калаша состояние хуже, чем у того, что был у беса. Ой-ой-ой-ой, без хп меня вообще оставил. Вот этот паренек. Блин, еще и заклинило. Еще и заклинило, мать. Ну, по-любому у кого-то состояние у этого калаша. Да, умри ты, твою мать, уже, а? Помоги! Просто умри. Просто умри, мразь. Так, 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 так. По-моему, там все наши сдохли, кто был на этой стоянке мертвой техники. Хотя нет, вроде есть еще живые люди. Что не просто не может не радовать. Так, спасибо, пацаны, спасибо вам за лут. Кстати, да, на этой свалке уже начинают вспомниться опытные бандиты с противогазами и... У них в качестве основного оружия либо СМГ-хи, то есть эти МП-5, либо обрезы. Вот. Так что вести бой уже с ними будет, с одной стороны, сложно, а с другой более-менее интересно. Нет, у этого калаша, наоборот, качество еще такое, ну, можно сказать, что новенькое. Так что я не знаю, почему такое косой дико. Что просто жесть. Так, это сюда, это сюда. Ладно, давайте тогда весь лут скинем, потому что нам пока что он не сильно нужен. Торговцев на этой локации все равно нема, как говорится, их здесь нету. Так, и артефакты я какое-то, наверное, более-менее хорошее место спрячу, например, как вот этот запорож нельзя спрятать, да? Блин, обидно. Обидно, ребята. А вот здесь вот вроде как был какой-то еще запорожец, да. Почему-то багажник у него не спереди, а сзади. Хм. Я, ребята, же правильно говорю, что у запорожца, по идее, багажник спереди, а не сзади. Хм, интересно. Интересно. Да ладно. Так, радиация пошла вон. Так, пока что наденем артефакты, чтобы отхилить свой хп. Я, наверное, буду, скорее всего, сейчас в ближайшее, по крайней мере, время хилиться артефактами. Так, я экономлю аптечки для очень-очень большой порки, которая у нас будет на агропроме, скорее всего, уже в следующей серии, потому что на свалке мы пока что надолго не задержимся. Здесь нам единственное, что нужно, это будет сейчас помочь сталкерам, а после чего мы уже с вами пойдем на агропром, где будет просто огромная порка с военными, просто огромная. А после этой огромной порки еще будет порка в подземельях. Ну, подземелье агропрома. Так что весь экшен еще будет, ребятки, впереди. Так, я отхилился, можно артефакты снимать. Где-то здесь еще был артефакт, я издалека видел. Вот из этой прорисованной травы, которая... О, ломать мясо, найс. 10 из 10 топ. Это просто жесть. Так, я сейчас сделаю вот что. О, у меня аж патронов нету. Блин. Херово. Это хорошо, то, что я занял позицию хорошую, то есть захожу им со спины. Но при этом у меня нету патронов почти в моем калаше, твою мать. Так, пацаны, ну, конечно, большие-большие молодцы, что меня простреливаете через вагон этот. Так, выбросить, не надеть. Хватит меня простреливать. Плиз. О, еще один патрон был в калаше, просто нет. Так, дядя. Слушай, дядя, ты заебал меня? Ты умрешь сегодня? Или... Нет, он, походу, не умрет вообще сегодня, да? Ой, все ясно, пацаны, я все понял. Хотя бы ты мне пушку подари, батя. Батя. Ясно. Попытка номер 2. Вроде как подстрелил как минимум, по крайней мере, одного. Так, Сашка или Степка там. Степка, колдун, ну-ка сдохни. Сделал одолжение мне, колдун. Хэдшот, бич. Так, надо, блин, помогать нашим. Надо помогать нашим любыми способами.
Любыми, мать его, способами нам помогать нашим. Тихо, 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 тихо. Я говорил как-то про порку, помню, на агропроме, но вот здесь уже огромная порка. Просто огромнейшая порка. Эй. Там кого-то подстрелили из наших. Они, мрази, прям в упор к нашим подошли. Здорово, мужик. Георг, поджигатель, держи аптечку. Ух. Обязательно. Обязательно, Серега. Или Серый, как тебя называют. Ну, то есть, в любом случае, Серега, видишь? Я ведь правильно говорю, да? Так. Вещи сюда будем складывать, ребятки. Все свои. Пока что на крайний этот момент. Так, окей, давайте тогда мы с вами перебьем бандитов, которые там у нас остались. 7 патронов, нахер, нахер. Да, даже заряжать не буду, 7 патронов вообще ни о чем. Кровянку тогда, пусти сейчас. Наверное, скорее всего, ты, браток. А не я. Так, халявная граната. В принципе, их можно гранаты жахнуть, если они там стоят как-то толпой, либо, по крайней мере, близко друг к другу. Так, это мы все заберем. Блин, забыл эту команду вспомнить со своего старого видоса. Как это, защищать инвентарь двумя кнопками. Control какой-то там и еще какой-то кнопкой. Так, СМГшки тоже все. Нема, без патронов. 16 только с собой. Окей. Окей, ладно, тогда обрезом будем пользоваться. Так, где-то тут бандиты стоят у нас. 4 штуки аж. Опа. Хотя патроны здесь есть. Сколько тут? 100. 100. О, 100. Так вообще хорошо. Так. Куртка. Твое время, как говорится, истекло. Ты меня хорошо послужила, но... Сорян. Я сейчас возьму более-менее новенькую курточку. Так. Вот так, конечно, выходить не особо-то правильно. Эй. Может, умрешь уже, нет? Спасибо. Спасибо, что умер. Так, еще двое бандитов под мостом, либо где-то рядом с тем чуваком были. Вот, вижу одного еще здесь. Шухер, пацаны! О, еще один. А, дебил ты, а? Оп. А вот этот... Он тут что, лег, что ли? Под этой трубой или что, я не понял. Как он так спрятался-то там? Что, еле-еле заметил... Тихо-тихо-тихо. Этот на КД. Блин, СМГ вообще просто жесть, гадюка. Просто жесть. О, это что у нас такое? Выверт. Новый артефакт, ребятки. Разрыв плюс 2%, радиация плюс 5. Ну, против мутантов бот. Пошел нахер, козел. Вообще жесткая СМГшка, парни. Надо было за патронами все-таки вернуться. Вернуться за патронами. Блин, у меня перевес. Перевес. Так, обрезик я тогда тебе пока что отдам, братишка. Пошел нахер, чуть меня не сваншотил, а. Так, и скорее всего я буду порку устраивать уже на агропроме, только с СМГшкой, а не с калашником, потому что калаш это на мастере не очень. Как говорится, так, братан. Упу. Как у меня с одного выстрела сделал красное кровотечение? Слышь, мразь. Блин, еще этот... Астматик еле-еле идет с перевесом-то. Где-то справа, тут где-то справа. Я ковбой это перестрелял первый. Ух, хорошо. Хорошо. Ребятки, у нас все дело пока что идет. Здесь как-то вроде можно пройти, я помню. Так, осторожно. Главное не сдохнуть. Так, проходим здесь. И вот так вот. Эй! Так, это все дело мы с вами пока что складываем сюда. Даже тот стол, которым я сейчас пользуюсь. Потому что мне нужно освободить место в моем инвентаре. Это все сюда складываем. Гранаты, в принципе, давайте 4 штучки тоже положим. Еду сюда. И вот это все барахло. Так, можно, оказывается, здесь было пройти. Не делая такой огромный круг. Окей, запомню. И приму к сведению. Так, того парня залутал, того залутал. Вот этого мы еще не залутали. Да, кстати, забыл еще, ребята, сказать в предыдущей серии, то, что также один из самых главных и важных плюсов стака NSP, который я буду убивать время от времени на
разных локациях, то, что вот когда я их обыскиваю, вуаля, я получаю халявные тайники. Вот, на свалке уже появился один рюкзак дохляка. Еще что-то появилось. Ничейный рюкзак. Вот, и на кордоне, как видите, тайники снова появляются и обновляются. Так что я, наверное, скорее всего, за кадром время от времени все-таки буду возвращаться на кордон и забирать эти тайники. А уже как бы показывать вам это уже будет... Ну, не то чтобы как бы зашквар, я не хочу просто время тянуть и как бы показывать вам что-то лишнее. Хотя сбор тайников не считаю лишним делом, но все равно... Я как бы уже вам показывал некоторые из них, которые я собирал. И повторно это делать мне не особо как бы хочется. Вот. Так, эти все ребятки пустые. Все пустые до единого. Либо я их обыскал, либо они. Хотя они писали, что вроде NSP могут лутать друг друга только в Зове Припяти. Окей. Сергей. Серый, точнее. Спасибо, что было жарко. Да, было немножко потно. Будем честны. Ты вообще откуда нарисовался? Я ищу информацию о стрелке Улиса, узнал о тебе. Вот и пришел. Хорошо, учитывая эту безвозмездную помощь, слушай. Меня будет ждать один из ребят, бывших диггеров, картом кличут. Он раскопал нычку стрелка. Не знаю, нашел он либо что-то там. Вот те координаты места встречи с ним. И скажу ему, что ты от меня. А так меня теперь стерегут, я пока что уйду в подполье. Вот, кстати, денежка в благодарность за помощь. 2500. Ну ладно, не стоило уж. Ты что, ты мне передал информацию более-менее ценную, это гораздо важнее, чем деньги. Хотя и я деньги, я, в принципе, не откажусь пока что сейчас. Так, у нее пока что в торговле ничего интересного. Единственное, что можно ему торгнуть какой-нибудь артефакт, но я этого делать, наверное, скорее всего, не буду. Потому что продавать артефакты обычные NSP, это такое дело немножко зашкварное. Потому что у торговцев, в принципе, за эти же артефакты можно получить 2 раза больше денег, чем у таких вот обычных NSP. Так, ребятки, у нас еще есть, в принципе, 5 минуток, чтобы побегать по свалочке, либо же что-то поделать здесь совместно. Так, так. Я даже не знаю, чем и заняться-то, ребята. Так, знаете что, давайте это сделаем. За оставшееся время сбегаем в одно интересное место, в которое я, в принципе, всегда хожу и люблю там прятать вещи, потому что это место чисто безлюдное, там никто вообще не ходит, кроме некоторых, так скажем, интересных фигур. А точнее, как мутантов. Вот, и я там, скорее всего, наверное, сделаю свой тайник на свалке, который я буду время от времени использовать. Хотя, в принципе, можно здесь устроить тайник. Почему бы и нет, как говорится. Вот, где-то я здесь видел артефакт издалека, вот оттуда. Но при этом, когда я подбежал уже сюда, я его не вижу. Почему-то я его не вижу. Хм, странно. Странно. Кстати, да, на свалке где-то я помню по своим видосам старым, которые я делал по как раз стене Чернобыля, где-то находится 20 тайников. Я вижу бандита. Бандит взят на прицел. Вот это 20 тайников. 20 артефактов где-то тут находится, просто так вот лежащие вот на земле, как, допустим, вот этот вот. Так что я, наверное, скорее всего, ребятки, займусь в свободное время между сериями как раз поиском всех этих артефактов, тайников. Вот, и перед началом всех этих тогда серий буду вам показывать, что я нашел и что я сейчас имею тогда в своем инвентаре. Так, там где-то были снова бандиты, вон они перестреливаются, но я пока что их трогать не буду, просто не хочу время тратить на их убийство. Но они при этом меня уже запалили и в меня стреляют. Что, конечно же, просто радовать не может, и я чуть не встал еще в аномалию при этом. Так, чтобы такого можно съесть, чтобы восстановить себе энергию. Наверное, кроме еды нечего тут есть. Да отстаньте вы от меня, ё-моё, дайте хотя бы до тайника-то дойти. У меня будет жуткий перевес, 2 калаша с собой, 2 СМГ-хи, куча артефактов, которые надо уже где-нибудь скинуть. Найти хоть какой-нибудь хороший тайник, чтобы их туда положить все. Потому что я ими не особо-то и пользуюсь. Здорово, чувак. Гоша турист. Видимо, это гулялся ты, Гоша турист, на свою голову. Так, я слышу тут собачек, так что нам, наверное... Придется сейчас вести с ними бой. Как я говорил, здесь кроме мутантов никто не обитает. Вот еще один артефакт лежит. Соберем, почему бы и нет. Вот, и когда я буду сюда ходить, придется убивать какое-то энное количество мутантов. А именно собак, которые здесь в основном спавнятся. Но помню, что здесь спавнятся и плоти, и кабаны, в принципе. Вот, а в какой-то части, либо даже моде, здесь спавнится контроллер, который просто постоянно здесь был. Постоянно здесь он был. Так, в этом ящике, я помню, лежат какие-то патроны. Либо же даже аптечки с гранатами. Ладно, окей. Вот, а вот, грубо говоря, этот тайник и есть. Это бревно.
Вот, в которую я сейчас засуну калаши тогда мои, засуну тогда обрез, СМГшки, нет, я одно оставлю себе. Потом выберу за серии, какая будет получше качеством. Так, и скинем сюда СПМ тогда, и заодно скинем немножко патронов для них. Вдруг я сюда вернусь без оружия, кто меня знает, что может со мной случиться на протяжении всего этого прохождения сталкера. Вот, я сюда перейду, заберу ПМчик, у меня хоть какое-то оружие, но будет все-таки, ребятки. Так, и вроде как здесь больше так ничего нету, хотя я помню, что чей-то рюкзак можно здесь заюзать, точнее использовать, но только чей рюкзак, я не знаю, либо же здесь... Либо же это было в чистом небе уже, какой-то здесь был труп с рюкзаком на спине, ну, ладно, не шибко важно. Так, окей, давайте тогда достанем СМГшку, перезарядим и убьем парочку собак тогда под конец этой серии. Ой, там псевдо-собака еще есть. Там псевдо-собака, ребята. Ее мы первым делом убиваем. Псевдо-собаку первым делом убиваем. Потому что псевдо-собаки — это зло. Так, до свидания. Ну ладно, все, они больше меня не будут агриться, потому что они остались в меньшинстве. А я такой злой и очень страшный человек, так что мне нападать не будут. Ну да ладно, ребята, давайте тогда мы с вами на этом же моменте остановимся и уже продолжим проходить сталкера Тени Чернобыля уже в следующей серии, потому что в следующей серии, как я и обещал вам, будет огромная порка на агропроме. Там будем убивать сами военных, здесь вот и здесь вот, и при этом будем гулять по подземелью агропрома. Так что, не знаю, смогу я ложиться во всю серию, на которую я отдам чисто агропрому, либо же нет. Ну посмотрим, посмотрим там по времени, как все пойдет. Вот, а так, ребята, если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк, это будет самый лучший способ, как меня порадовать и поблагодарить за эту серию. Ух, там еще один, оказывается, сталкер, который лежит на том дереве, на точнее этой ветке. Как он там оказался? Хер его знает, наверное, сдох с голоду, пока я прятался от собак, ну да ладно. Также вступайте на нашу группу ВКонтакте и Стиме, подписывайтесь на канал, а с вами Хьюго, я, ребята, желаю удачи и до скорой встречи в новых видео. Всем пока-пока.